Необходимость в генеральной схеме появилась давно, иначе Сочи постоянно придется сталкиваться с проблемой незаконного сброса канализационных отходов то в ливневке, то прямо в реке или море. Пока власти курорта борются с этим своими силами. Так, в прошлом году работало 13 рабочих групп. Они проверяли, как работает канализация в частных домах и в многоэтажных новостройках. Выявлено 2500 фактов незаконного сброса отходов. 2000 домовладельцев в итоге исправили ситуацию. Либо поставили очистные сооружения, либо подключились к центральной канализации. Нарушать законы экологические или санитарные требования никто не позволит. И закон о воде и водоотведении, он рассматривает, что те, кто получают технические условия на подключение к воде, они подключают и технические условия на водоотведение. Уже с завтрашнего дня возобновляется деятельность рабочих групп, которые продолжат контролировать, кто, как и куда сбрасывает жидкие отходы. По мнению мэра, помощь экологического совета в этом деле крайне важна, в том числе и для формирования общественного мнения. Впрочем, с созданием генеральной схемы водоснабжения и водоотведения процесс этот будет более упорядоченным. С какими трудностями сталкиваются разработчики схемы, говорит представитель компании-подрядчика. Несмотря на эти сложности, исследование почти завершено, и в целом схема будет готова в ближайшие месяцы, и уже со следующего года начнется финансирование. Елена Овсецина, телекомпания ФКТ.